Нашли еще одни воротики, и через них пробираемся в княжеский сад. Посмотрим, что у князей там растет. Сюда открывается вид на город. Наша цель — сад, огород. Да. О, сколько мы ворот сегодня уже прошли. И здесь вид, хотела сказать, на Эльбу. Но нет, не на Эльбу, конечно, на Майн. В огороде еще не очень много всего растет, но оформлен он оригинально, со статуями. Вот так. Внизу растет виноград, течет река. Отсюда вот виден знаменитый мостик, на котором стоят статуи. Я пытаюсь его увеличить. Вот. Еще. Еще не увеличится. Так, теперь мне надо быстренько подумать, в каком домике. Для этого надо мне посмотреть. Так. Красненьком, высоком. Ближе всего к мостику. Красное, высокое здание. Не вот эта вот коричневенькая крышка. Ну, в общем, там при входе на мост можно купить бокал вина, а потом стоять, любоваться панорамы города, которую я до этого показала, слышать шум реки, вот там водопады эти, и наслаждаться франконским вином. И теперь мы идем через все ворота обратно.